Барнаульские автомобилисты жалуются на нечищенные и скользкие дороги. Сегодня в наши новости обратился водитель, которому сегодняшняя поездка на работу показалась адом. Где дорожные службы? Где галимый лед? Сплошной гололед и колея образовались на пересечении Павловского тракта и Малахова после обильного снегопада, который длился целые сутки. Нам даже пришлось запикать нецензурные высказывания водителя, который крайне возмущен отсутствием спецтехники, которая бы боролась наледью и убирала снег. А мы ждем комментарии от мэрии относительно того, почему дорожная техника не вышла на дороги города. Надеемся, что к вечернему выпуску нам его предоставят.